Подводим итоги заключительного матча премьер-лиги. Винни Джонс СБР. Победа оранжевого со счетом 3-2. В нашей студии Владимир Гаменюк СБР и Виталий Брацак Винни Джонс. Владимир, с победой. Ну, какие первые впечатления об игре? Я так понимаю, первый раз официально играли в формате 8-8. Хорошее впечатление. Чуть-чуть не хватило опыта, можно сказать. Но в конечном итоге победили. Укрепили команду несколькими хорошими игроками. Будем развиваться дальше. Виталий, закономерно ли уступили или счет не по игре? Ну, могли, наверное, в ничью его перевести. Моменты были и там, и там. Ну, конечно, хотелось ничью хотя бы начать с первой. Круг. Могли, в принципе, если в какой-то момент забили бы третий, то, может быть, и выиграли, отстояли. Ну, наверное, на данном этапе они были немножко поинтереснее в игре. Ну, вы у нас уже опытные бойцы, 8-0. Вообще, что ожидали от стартового матча в премьер-лиге? Ну, в принципе, неуступчивый футбол, то, что и было. Все играют, у всех горят глаза. Это интересно, и будем дальше стараться выигрывать и побеждать. Ну, какие задачи у Винни Джонса на сезон? Ну, посмотрим. Я думаю, как сыграем первые туров 10, и там уже будет понятно. Либо мы, если поднаберем побольше очков, то, может, и поборемся повыше. Если поменьше, то за середку будем бороться, конечно. Насколько сегодня был оптимальным состав? Ну, был центральный игрок, конечно, не хватило один. Он так у нас, я думаю, усилил бы нас, и, думаю, не проиграли бы тогда. Но дальше покажет игры. Владимир, кого отметишь по сегодняшней игре? Кто у вас был лучшим? Ну, под 10-м номером Дима Сиваков у нас лидер. Вот. Много ребят можно отметить долго, всех отмечать. Так, самое главное, что есть дух командный, и все хотят играть, все хотят побеждать. У нас задача сейчас сплотиться, набрать форму. Ну, естественно, бороться за какие-то достойные места, скажем так. Спасибо, ребята, за ответы. Спасибо.